Сегодня по календарю забавных праздников день сидения на окне. Или у окна, как вам больше нравится. Вот только вряд ли вы долго там просидите. Погода так и шепчет, скорее на улицу. И я бы на вашем месте послушалась. Тюменская зима сделала нам подарок невиданной щедрости. Такой теплый декабрь в наших краях – большая редкость. Сейчас температура почти на 13 градусов выше своей климатической нормы. Сегодня около ноля, а сколько должно быть, сами посчитайте. А лучше посчитайте, сколько метров пролетит слепленный вами снежок, потому что погода во вторник идеальная для снежков и снеговиков. Давайте проверим.